Головна мета фонду Олександра Вілкула – українська перспектива досягнення миру в Україні. Тому фонд першим почав надавати допомогу саме тим, хто постраждав від конфлікту на сході країни – тимчасовим переселенцям, дітям, пораненим. Українська перспектива – перший фонд, який почав роботу у цьому напрямку. Результати масштабні. Так, за 2 роки допомогу від фонду «Українська перспектива» отримали 106 тисяч осіб. Всього було передано понад 820 тонн гуманітарної допомоги в 45 міст України. 2 года назад, немножко больше, мы создали наш фонд «Украинская перспектива». И со времени возникновения мы верны главной ключевой идее фонда. Это установление мира в Украине. Поэтому наш фонд «Украинская перспектива» сразу выбрал направление, от которого мы никогда не отступали, помогать тем, кто пострадал в этой войне, кто пострадал в этом конфликте. Это и беженцы, это и временные переселенцы, это и раненые, находящиеся в больницах и Днепропетровской области, и не только Днепропетровской области. Істотну допомогу фонд Олександра Вілкула надає лікарням. Медикаменти та нове обладнання передані десяткам медичних установ. Бригади військових медиків забезпечені медикаментами та обладнанням. Каждый месяц мы получаем гуманитарную помощь по медикаментам. Это те медикаменты, которые сейчас остро нужны пострадавшим в зоне АТО, раненым бойцам. То за вот эти 2 года с небольшим прошло 13 249 пострадавших, раненых, заболевших из зоны АТО. Підтримка фонду «Українська перспектива» – рятівне коло для переселенців із зони бойових дій. Продукти, одяг, ліки – все життєво необхідне. Олександр Юрійович помог нам очень сильно, особенно в начале, пока мы не устроились на работу, пока мы не обжились. Вы знаете, мы могли практически умереть с голоду, если честно. Поэтому я благодарна до глубины души. Очень большая помощь для нас. Девочки у меня знакомые рожали, получали огромные гуманитарные пакеты для рожениц. Очень большая помощь была. Поэтому все благодарны. Тысячи семей переселенцев регулярно отримают гуманитарную допомогу. Есть такой фонд «Украинская перспектива», потому что без него мы, переселенцам, практически мы ничего бы не могли сделать. А Александр Юрьевич остался преданным переселенцам, и начиная с 2014 года он продал постоянно, каждый месяц. Мы получали грузы и получали этих ящиков каждый месяц, и каждый месяц приходили люди, и каждый месяц спасибо, 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 спасибо. Голова «Української перспективи» Олександр Вілкул подякував всім волонтерам і співробітникам фонду за роботу. Вона триває. Коло тих, кому фонд надає допомогу, розширюється. Це і діти, і пенсіонери, і малозабезпечені. Всі ті, кому необхідна підтримка.